Чемпионат области по футболу, в котором встречаются между собой сборные районов, вызвал в этом году большой интерес как среди участников, так и среди болельщиков. Напомним, что в первом туре команда Мозорского НПЗ победила, но это был только один матч. А вот у сельчан за один день пройдет зональное состязание, где только победа дает право на участие в финале турнира «Золотой колос» или, другими словами, в главном поединке первенства области среди сельчан. У нас в Полесском регионе начинаются отборочные игры, соревнования по футболу на призы «Золотой колос». У нашего Полесскую зону входят команды Мозырского района, Кармянского района, Брагинского района, норавлянского Ейского, Калинковичского. И победители этих регионов встречаются потом в Гомеле в финале победителями Гомельских регионов, Добровского региона, Лечевского региона. и уже победители вот этого турнира выезжают приезжают на республиканские соревнования, посвященные Дожинкам 2015. Интересно, насколько сильна наша команда? Что говорят специалисты по поводу ее шансов на успех? Не хотелось бы заглядывать в будущее, но ориентируясь по прошлогоднему участию наших команд, мы всегда занимали первое место в области и достойно представляли нашу Гомельскую область на республиканских соревнованиях. Конечно, мы будем играть и на победу и только на победу, но самую серьезную угрозу нам представляют футболисты Гомельского района. Но я думаю, мы это тоже должны пройти, как и в прошлом году. И верим, и надеемся, что вернемся с победой. Игры состоятся на стадионе «Спартак», что по улице Фрунзе. И нет сомнений, верные болельщики футбола посетят это спортивное мероприятие, в котором можно будет увидеть яркий, временами высококлассный и уж точно искренний футбол у нас вход бесплатный. Начинается игра девять тридцать первая игра. Встречается сразу Брагин и Хойникский район. Затем сразу после окончания, по окончания этой игры играем мы с Калинковичами. Вот. Ну и дальше там по графику игры. Вот. И как бы хотелось бы, конечно, чтобы присутствовали наши болельщики, зрители. Уже завтра мы станем свидетелями этого увлекательного турнира и надеемся на победу команды ФСК урожая Мозорского района. Вообще «Золотой колос» лишь предтеча республиканскому туру, а вот уже победа на соревновании, посвященному дожинкам 2015, позволяет считать чемпиона сильнейшей сельской командой нашей страны.